Да? Вы знаете Зигфрида из Денесли? Так точно. А что с ним? Вроде его повышают или уже повысили. Не знаю, я с ним не разговариваю. А почему? После этого он изменился. Я сказал ему: «Достопочтенный Зигфрид, поздравляю вас. Ваша честь и вера помогли победить этих дикарей». Он странно на меня посмотрел и сказал: «Достопочтенный? Может быть, честь и вера? Конечно, нет. Мы победили, потому что они умирали от голода и были плохо вооружены. Немного крови, он уже забыл про честь. Ему нужно следовать примеру отца».